32-летняя Алана Мамаева разоткровенничалась о своей внешности. Супруга футболиста рассказала о пластике и похудении. Алана не скрывает, что ее яркая внешность и точеная фигура – результат работы пластического хирурга. Поклонницы инстадивы попросили подробнее рассказать об операциях, которые она делала. Мамаева заявила, что делала ринопластику, коррекция носа, увеличила грудь и ягодицы. Звезда призналась, что ей сделали лифтинг ног после того, как она похудела на 40 килограммов. Фанаты не столько удивились количеству пластических операций, сколько тому, что когда-то Алана весила на 40 килограммов больше. Действительно, супруга футболиста Павла Мамаева считается стройной, представить ее на теле просто невозможно. Фанаты потребовали доказательства. Алана опубликовала фото до и после похудения, но показала только ноги. Поклонники засомневались, что на снимке действительно Мамаева. Алана на первом фото короткие ноги, объективно. А на втором длинные. «Это не вы», — высказалась одна из поклонниц звезды. Алана заверила, что это ее ноги и даже предложила поспорить на деньги. Мамаева также рассказала, что увеличить ягодицы решила из-за похудения. Врач предупредил, что после лифтинга ног ее попа станет плоской. Поэтому Алана вставила импланты в ягодицы. Недавно инстадива рассказала, что спасло ее брак с футболистом Павлом Мамаевым. Алана заявила, что заключение пошло на пользу ее мужу. Звезда призналась, что у нее возник серьезный конфликт со свекром. Мамаева в бикини сняла на видео забавы с мужем на море.